Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня Парфенов Денис Андреевич, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ, по просьбе жителей проводит встречу с избирателями. Мы собрались на улице Заповедный, дом 8, чтобы обсудить проблемы, которые возникли у жителей близлежащих домов. А именно, значит, столичные чиновники и местные власти самоуправления предлагают застроить пойму реки Яуза спортивными сооружениями. Мы не против детских площадок. Мы за разумное сочетание спортивных кластеров и природы, бережного отношения к природе. Сегодня очень важно, чтобы жители Москвы проявляли общественную активность по тем вопросам, которые их волнуют. Будь то экология, градостроительная политика, транспортные проблемы и все остальное. Только тогда, когда люди действуют единым фронтом, объединяются и организованно добиваются перед властями защиты своих собственных интересов, вот тогда у них есть не только возможность добиться того, что им нужно, но и в принципе заставить власти считаться с ними. У нас есть правовое основание для того, чтобы... добиться. Кагарин должен принять решение, соответствующего создания ландшафтных заказников. И это решение должно быть готово соответствовать полномочным органам федеральной исполнительной власти. Все. Сегодняшнее мероприятие совершенно очевидно показало, что значительная часть жителей против того, чтобы в пойме реки Чермянки, пойме реки Яузы производилось какое-то хозяйственное вмешательство в эти уникальные природные территории. Дальше стоит вопрос, что же делать?